волнуетесь? Конечно. И я волнуюсь. Давайте будем вместе волноваться. Это всегда событие. Мы с 15 лет с вами волнуемся. Да. Повод для волнения у Тамары Маховой один, и он хороший. 15 ноября она отмечает юбилей, только не свой, а школы в поселке Лесной. В ней Тамара Махова работает с 1983 года. Пришла сначала на должность учителя истории. Приняли меня здесь хорошо. Здесь школа славилась учителями, замечательный был сильный коллектив. И контингент учеников, это уже была элита района, я думаю, потому что здесь в основном вся история связана с радиоцентром и с опытным заводом. После она стала завучем, в этой должности проработала 10 лет. Затем с 2005 года Тамара Махова является директором школы. Дорогие мои уважаемые коллеги, вы самые умные, самые добрые, самые терпеливые, самые справедливые. И самое главное, что вы неравнодушные люди. Я вас поздравляю с этим замечательным юбилеем и хочу пожелать нам всем новых творческих успехов, пожелать, чтобы в доме у вас было всегда тепло и уютно, чтобы ваш тыл поддерживал вас в нашем нелегком труде. До начала праздника не так много времени, но нужно всех гостей успеть встретить. Каждому учителю при входе в зал дарили букет цветов и колокольчик, как символ школьной жизни. Я думаю, что наша школа самая лучшая, а самое главное, она еще одна единственная, носит имя Герои России Виктора Матвеева. Виктора Матвеева я учила. Он сидел на среднем ряду и был обыкновенный. А сейчас мы чтим память и занимаемся поисковой работой. Училась в этой школе, закончила эту школу. И сегодня дата такая же, как у меня в управлении, в нашем управлении. Тоже 50 лет я работаю. Этой школе не изменяла. Добрый день. Здравствуйте. Эта школа не изменяла, все время здесь работала, работала и учителем, и завучем. Выпустила много детей, которые всегда поддерживают со мной добрые отношения. Школа в Лесном всегда отличалась своей сильной базой знаний, которую учителя дают детям. Учреждение является социокультурным центром поселка. На его базе работают филиалы художественной и музыкальной школ, различные кружки и спортивные секции. В школе сосредоточена образовательная, общественная, культурная и творческая жизнь всего поселения Лесной. И в этом году ей исполнилось 50 лет. Пусть это значительная дата символизирует собой огромную круглую медаль, отлитую из драгоценного сплава, безмерного уважения к вашему коллективу, гордости за ваших учеников, за их прошлые и будущие успехи, победы и достижения. С юбилеем вас, Лесновская, с вечной молодостью и творчеством! Учреждение богато традициями, множеством достижений своих учеников и учителей. Школа постоянно развивается, и, как поется в гимне учреждения, тут скуки места нет, и дети не знают уныния. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Александр Девкин, Пушкинское телевидение.